В детстве она, дочь путевого обходчика из-под Семипалатинска, выходила встречать железнодорожные составы, чтобы под шум колес закалить свой уникальный голос – лирическая сопрано диапазоном в 4 октавы. В будущем ей покорятся не только советские, но и мировые подмостки. Она – Роза Рымбаева, золотой голос Казахстана и поющий соловей Средней Азии. Эксклюзивное откровение смотреть сегодня в актуальном интервью в рамках информационного канала «Панорама».